Дорогие друзья, мы в преддверии Песоха, самого большого и уникального праздника еврейского календаря. Фактически первый месяц календарного года, который завещал Господь, чтобы это был началом всего. Начало всех праздников, начало фактически нашей жизни. Потому что Песах отображает нашу жизнь, чтобы мы вошли в новое, неизведанное. И я хочу сказать, поздравляю вас. Поздравляю с Песахом, потому что это Песах не только прошлого, это настоящее. Мы каждый раз совершаем Пасху. Каждый раз, когда мы вспоминаем об Иешуа, что Он сделал на Голгофском кресте, для нас, я хочу сказать, это Песах. И поэтому будем праздновать его уже не старой закваской, а новой. Новым пониманием, новым воображением в том, что Иешуа действительно изменил будущее, изменил и настоящее. Он сделал невозможное, невероятное, не приходило это на ум человека, что Бог мог приготовить для тех, кто любит Его. А Он приготовил Песах, дал нам свободу, и мы, друзья, будем праздновать его вместе. Поэтому поздравляю вас с этим уникальным праздником Песах.